Был первый пусковой комплекс, так называемый, куда вошла практически вся инфраструктура. Это все подводящие сети, все инженерные сооружения. Их там очень много, и те же дизель-генераторы, и пожарные резервуары, и подстанции. Там много всего, это комплекс большой. То есть фактически сейчас официально уже декларация в Киеве получена, это объект пятой категории, поэтому это все только через Киев, документы оформлены, а строительство объекта проверено комиссионно. Сейчас под праздники, ну, идет вот откатка систем, сейчас работают все системы комплексные на весь комплекс. То есть инженерия вся уже завершена. Это вентиляция сложная, кондиционирование, электроснабжение, пожаротушение, то, что очень дорогое и трудоемкое, это автоматическая система пожаротушения. Это я просто, ну, чтобы вы понимали, что, куда мы завтра зайдем, ну, не завтра, а через пару дней. То есть на весь комплекс самое тяжелое, ну, принципиальное сделано. Теперь... И слава Богу, что наши немецкие друзья, коллеги подождали, потому что это было для них критично. Они не любят, когда инструмент такого класса лежит несколько лет на хранении. И они, когда сюда заезжали под монтаж сейчас, немцы, они скрупулезно проверили, там стояли датчики. И датчики влаги, датчики такие, датчики всякие. Все было принято один в один, и орган уже смонтирован. Сейчас, ну, первый концерт пройдет без органа. Просто немцы вот их попросили на праздники, чтобы они дали нам возможность зайти, все посмотреть. И после этого два месяца начнется интонировка органа, это фактически надстройка. Причем все попытки просить наших немецких коллег, а давайте к дню рождения Юрия Владимировича или там еще к какому-нибудь празднику. У них совершенно железно. Они отвечают, это вы знаете, что фирма Шуке, это одна из самых известных фирм. А господин Надар, который работал с нами, он тоже один из ведущих специалистов акустиков. То есть все идет по плану. Единственное, дальше, а денег нужно еще много. Потому что дальше процессы очень кропотливые. Мы с вами должны восстановить, спасти памятник архитектуры. Он изначально еще с этого начиналась реконструкция. Большой зал как был аварийный, вначале из-за этого все стартовали. Это знаменитый зал. Остались работы реставрационные и работы очень кропотливые. И, ну, если будет обеспечено финансирование, на и областном уровне, и на государственном уровне, но в течение 2 лет должно быть все завершено.